Алматинскую резиденцию главы государства восстановят до конца этого года. Об этом сегодня сообщила главный инспектор управления делами президента Бахыт Абдыкаликова. Напомню, здание резиденции было полностью разграблено мародерами и сожжено в ночь с 5 на 6 января. Сейчас там работают около 200 строителей, которые проводят расчистку внутренних помещений. Григорий Беденко продолжит. Хотя с момента пожара в алматинской резиденции главы государства прошло уже почти полтора месяца, нормально дышать здесь может только с помощью респиратора. Да и вообще в здании находиться опасно, сверху может что-нибудь упасть. Изнутри резиденция разрушена полностью, но тем не менее ее обещают восстановить уже к концу 2022 года. Из всех зданий и сооружений Алматы, которые подверглись нападению в дни январских событий, резиденция президента пострадала больше всего. От нее почти ничего не осталось. На первом этаже взорвался и сгорел автомобиль, загнанный туда погромщиками. Столб огня, поднявшись, расплавил стальные конструкции верхних этажей. Температура во время пожара была настолько высокой, что деформировались даже металлические балки, которые удерживают кровлю. А толщина стали там, кстати, 3 сантиметра. На некоторых этажах просел потолок. Сегодня на расчистке здания безвозмездно работает одна из крупных строительных компаний. Работы начались 25 января. Ранее специалисты профильных организаций бесплатно обследовали системы жизнеобеспечения, вентиляция лифтов, водопровода. Задействовано порядка на данном этапе 180-200 человек, что внутри, что внутри 160-180, и снаружи 40 до 40 человек, до 50 доводим. Работает техника, погрузчики, вывозим материал весь. Металл отдельно, мрамор, который демонтирован с фасада, тоже. До конца марта мы предварительно планируем завершить очистку здания. Пожар в резиденции продолжался двое суток. Силовики смогли сюда войти 7 января. Затем 3 дня в здании работали саперы Министерства обороны. И только 10-го в резиденцию допустили специалистов управления делами президента. Обследование пострадавшего здания проводит Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития. Предварительное заключение уже получено. Резиденция подлежит восстановлению. Но часть несущей конструкции необходимо демонтировать. Их замена должна производиться без ущерба для безопасности. Алматы находится в сейсмической зоне. Любое сооружение должно выдержать мощное землетрясение. Наша задача, задача управления делами и руководства страны – сохранить его в первозданном виде. В любом варианте мы максимально постараемся в текущем году здание, до конца текущего года здание ввести в эксплуатацию. Примерно через 2 недели, как сообщила Бахыт Абдыкаликова, будет выдано окончательное заключение о состоянии сооружения. После этого планируется объявить тендер, в котором примут участие строительные компании. На сегодняшний день их около 10. Также будет разработана проектно-сметная документация по финансированию работ. Средства на восстановление поступят из республиканского бюджета. Что примечательно, свою помощь предложило даже архитектурное бюро из Франции. Оно разрабатывало проект резиденции в начале 90-х. Следует напомнить, что изначально здание проектировалось как музей имени Ленина. Его начали строить в 1984 году. Закончили уже в годы независимости. Этот объект для Казахстана имеет историческое значение. Поэтому восстановить его в первозданном виде – дело государственной важности. Григорий Беденко, Мухит Кудыкбаев, Алматы, Хабар, 24.